Відтак, проблема існує, вона загострюється із настанням дистанційки чергової. Вже вкотре ми цього року спостерігаємо цей процес, який лягає тягарем на плечі більшості батьків, яких є діти шкільного віку. Відтак, про це поговоримо з депутатом Одеської міської ради Лілею Леонідовою, яка завітала до нашої студії. Доброго вечора, пані Лілія. Здравствуйте. Вітаємо вас. Тож, вже діти тепер не за партами, а за своїми домашніми партами. У когось, якщо одна дитина, один комп'ютер, власне, проблем не виникає. Ну, здебільшого не виникає. Однак, якщо троє дітей, двоє дітей, комп'ютер один, розклад один і той самий у дітей, як їм сидіти за одним комп'ютером, як їм це вирішувати? Ви знаєте, ну, ця проблема касається не тільки тих, у кого два, три, більше дітей. Дуже багато сімей, у яких і один ребенок, але вони не можуть собі дозволити комп'ютер. Ми зараз говоримо не в більшій степені не о місті, а о Одеській області і регіоні. Потому якщо что... батьки працюють на дистанційці і о комп'ютер один ще й это действительно проблема, которая на сьогоднішній день не решена. Более того, я вам скажу, що не тільки с детьми проблема. Проблема и учителей, особенно в сельской местности, у них нет гаджетов, чтобы осуществлять работу дистанционную. Поэтому эта проблема повсеместна. Я прекрасно понимаю, мы даже поднимали этот вопрос летом в Приморской райадминистрации, когда мы встречались с общественными организациями, председателями, которые занимаются именно многодетными семьями. Как правило, это сами же многодетные мамы, просто они сгруппировались и образовали общественную организацию, чтобы друг друга поддерживать. И они подняли этим вопрос, один из вопросов, это именно вот этот вопрос, потому что семьи, у которых 3, 4, 5 детей, ну, то есть это финансово невозможно, тем более сейчас с экономической ситуацией. Держава зараз допомагає таким родинам, дає 2000 гривень на одну дитину. Але ось давайте конкретно на цифри, бо це цікаво. 2000 допомога, так? Ось БУ, який був у користанні, планшет, простенький планшет, від 650 гривень. Ну, можна сказати, що ну, 2000 можна купити три планшети. Але це БУ, і вочевидь вони заслабкі. Скільки коштує новий найдешевший? Я ось новий знайшла. Так, 1899. Смотрите, эти гаджеты, как правило, вот эти вот низкой ценовой категории, мы тоже общались с мамами, которые непосредственно с этим сталкиваются. Они не тянут. У нас же сейчас зумы, миты, там школы придумали, Google классы, Google формы, Google там карты. И это все происходит, это занимает достаточно сильный, ну, должен быть процессор. Я технически... До того ж, мы кажем про один планшет. Абсолютно. Вот мы один планшет розглянули, який більш-менш потягне. Але якщо в родині п'ятеро дітей, Тут справа в тому, що на дитину 2000 гривень, не на родину. А давайте смотреть шире. Многодетные дети бесплатно питаются в школе. Это продленные дни, как правило, и город финансирует питание. Давайте говорить о том, что 5 детей, даже 3 ребенка, которые находятся дома, их нужно накормить, они будут полить электроэнергию, там, пользоваться газом и так далее. Это, то есть нельзя рассматривать, вот 2000 на ребенка дали, и вот мы решили проблему. Проблема не решена. Более того, это бюрократический аппарат, который ну, не позволяет прям прийти и получить эти 2000 гривен завтра. Это, опять же, машина, это должны постановку, методику и так далее. Это, знаете, вот эти популистические заявления. Это бегать десятки кабинетов. Абсолютно. А сейчас карантин. Мне уже сегодня пишут люди, что мы не можем взять справку о доходах, потому что все закрыто на карантин. И нам теперь нужно ждать, когда мы получим эту медпомощь. То есть это процесс, то есть вот заявить легко. Как, что делать этим семьям, это практически, ну, вот на сегодняшний день для них это беда. А коли з'явилася ця ініціатива допомоги матеріальної від держави 2000 гривень? Коли вони? Це було відомо заздалегідь? Нет, нет, щойно? Это вот менее месяца назад были первые заявления, потом было принято, сказали да. Вот я сейчас как раз получаю информацию, еще нет выплат. Тобто але немає. Але вже... можна було б звинуватити батьків таких дітей багатодітних, якби ініціатива була півроку тому. На 1 сентября часть сімей отримали. На 1 сентября, щоб підготувати їх в школу. Ну давайте, що таке підготувати ребенка в школу? Это одежда, это тетради, это констовары, это... Ну вот я мама одного ребенка, я знаю, что это ну, на сегодняшний день недешево. Причем, если даже не рассматривать там какие-то дорогущие констовары, а самые обыденные, это очень дорогая сейчас
история собрать ребенка в школу. Даже если учесть, что там одежду не покупаем, покупаем самое необходимое. Поэтому здесь в комплексе 2000 гривен абсолютно не решают вопросы. Не решают. Я знаю, что масса предметов вот, даже онлайн не ведутся. То есть ведутся обязательные предметы, и то есть проблемы с перебоями в интернет в районах и в области. Так. Я уже тоже с этим сталкивалась, и родители пишут, а что нам делать? То есть у нас мы превращаемся в абсолютно, ну, не дай Господь, конечно, в необразованную нацию. Потому я лише знаю декілька сіл у Тарутинському районі, і Татарбунарському, зокрема, де немає інтернету фактично. Він є, але він не 3G навіть. Він просто там такий найпримітивніший, який був ще там 20 років тому, такого рівня. Ви розумієте, государство заявляє, що там, государство в гаджеті, там є там, документація і так далі. Ну, давайте говорити, ми навіть інтернет еще не всем проложили, а что говорить о том, что... Тож, маємо нагоду поговорити вже з багатодітною матір'ю про ці ж проблеми. Для них вони найгостріші. Олена Ніколаєнка, яка не з чуток знає про всі ці проблеми. Тож, вітаємо вас, Олено, і дякуємо, що долучились до нашої розмови, важливої насамперед. Вітаємо вас. Так, пані Олено, розкажіть, будь ласка, як ви справляєтеся з дистанційкою, чи... власне, вашим дітям, школярам, ну, чи легко їм приходиться, чи є в них змога відвідувати онлайн-уроки? Смотрите, я бы этот вопрос разнесла все-таки на два вопроса. Первое о том, что сейчас говорила Лиля Леонидова, о том, что в первую очередь у нас не подготовлено именно интернет и гаджета там, обслуживания. Да? То есть у нас самая большая проблема сейчас – это именно гаджеты и подготовка как в селах, как в Одессе, как по всей Украине, именно этот вопрос. Готовы ли дети? Дети готовы, если готовы родители. Да? Угу. То есть вот как будут говорить с детьми? По мне, вот у меня сейчас осталось трое школьников, да, но при этом в прошлом году было, ну, позапрошлом 6, в прошлом 5. В прошлом закончил один медаль, в этом году еще один ребенок с медалью, один хорошист. Да? То есть показатели и поступили, и сдают. Вот за полгода сдал онлайн на 4-й уровень китайского, который обычно сдают за 2 года. Да? Угу. То есть это подготовка ребенка и его направленность на то, что каким образом мы работаем с ними. Но, вот, например, на сегодняшний момент у меня у троих малых, да, нету гаджетов как таковых, которые тянут те программы, которые нормальные. И, к сожалению, у нас нету ни в бюджете страны, ни в бюджете области, и, к сожалению, и в бюджете то, что вообще свалено сейчас все на местные бюджеты, угу. Вот нету бюджета. Пані Олена, а ось цей фінансовий момент. 2000 гривень, начебто, обіцяє уряд. Для того, щоб допомогти кожній дитині з багатодітної родини придбати такий гаджет. Тобто ви як ставитесь до самої процедури отримання таких коштів? Ну і до самої суми виходить так. Знаете, это просто смешно. Я хотела бы встретиться с нашим или президентом, или премьер-министром, и пусть они мне хотя бы один гаджет покажут, который потянет программы и который нормально ребенок сможет работать. Не говоря уже просто о телефоне, хотя бы планшет. Планшет за 2000 гривен, но это вообще ни о чем. Такого нету сейчас. Понимаете? И поэтому вот это основная проблема. Основная проблема то, что научить детей можно в работе в планшете, на телефоне. Но, вы понимаете, ругают учителей, наваливаются на учителей. А за что? У тех же самых учителей до сих пор им обещали большинству те же самые компьютеры и планшеты. Извините, им до сих пор не дало государство это то, что обещало. Вот это основная проблема. Не проблема в детях, не проблема тем более в нашем в местных образованиях и в местных в областных департаментах. Это проблема в том, что у нас не хватает денег в бюджете на это. Да, никто не говорит сейчас о безопасности. Безопасность действительно необходима, потому что это национальная безопасность и безопасность наших детей, наших учителей.
Извините, с той напряженкой, как мы выходили в этом году уже со с уровня школы, да, и моральной, и физической, очень многие болели. Вы посмотрите на вакансии. У нас куча вакансий в департаментах образования. Я, так как я связана со всей Украиной, я вижу это и знаю это. Не понаслышке. Так, скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте якість освіти? Ну, якщо опустити всі ці технічні моменти, якщо порівняти офлайн-освіту та онлайн, можливо, ви побачили це в оцінках своїх дітей? Чи, можливо, якось можете порівняти? Ну, смотрите, я не против дистанционного образования, если оно подготовлено. И мы никак не можем уйти от вот этого технического. Потому что уровень образования ребенка зависит от тех программ, которые он использует. А все хорошие программы, которые дают новые методики обучения, я же говорю, я со своими детьми, мы стараемся брать все новые, быстрые запоминающиеся и так далее, вот новые методики для этого, понимаете? А новые методики много весят. Много весят гигабайт, не килобайт. Поэтому это вообще неразрывно. Они все могут себе позволить это. И не все родители как бы... Ну, мои дети видят, что я постоянно учусь, муж постоянно учится, и мы их к этому направляем. Понимаете? Угу. Но, так, продолжите. Но, еще раз говорю, не все это могут сделать, особенно, особенно в селах. Ну, вы понимаете, это просто, вот это жесть. То, угу. что там происходит, это просто жесть. И я, честно говоря, как мы выкарабкаемся из этого? Мы, знаете, вот я все время говорю, ну, я за повышение демографического уровня, да, в стране, но мы все время говорим о той яме демографической, которая была в 90-х годах, да, и которая коснулась вот сейчас, вот это, вот этого времени. То же самое, я думаю, нам аукнется очень серьезно, когда дети вот этого периода времени будут становиться специалистами в будущем. И вот эта яма, которая будет образование, может коснуться действительно нашей страны. Вот, вот это мы должны смотреть, понимаете? Це справді ваші важливі зауваження. Хотів би дізнатися вашу думку щодо цієї, вибачте за таке слово, характеристика нісенітниці, що робиться зараз взагалі в червоній зоні в дистанційці. От дивіться, спочатку казали, що 80% вчителів мають щепитися, тоді школи не підуть на дистанційку. Начебто досягли цього показника. Але закрили школи на карантин, тепер кажуть, що тепер мають вакцинувати 100% вчителів, тоді, можливо, знову школи вийдуть з онлайн на офлайн традиційний формат навчання. Але при цьому старшокласників дітей не щеплять. Вони хворіють, вони інфікують інших. А який сенс взагалі щепити 100% вчителів і відкривати школи, якщо цей факт має місце? От хотіли б дізнатися, що ви думаєте з цього приводу? Вы понимаете, здесь тоже очень много вопросов, потому что, ну, вы понимаете, мы не можем достигнуть 100% вакцинации. Почему? Потому что есть методводы, и мы о них как бы не должны забывать. Кроме того, никто не исключал Конституцию, да, где человек сам волен решать, делать ему эту вакцину или нет. Я прекрасно понимаю, у нас не введено чрезвычайное положение, когда строй, когда власть говорит, все, мы делаем только так и не иначе. И хотелось бы верить, конечно, в том, что все-таки родители несут ответственность за своих детей. Если родители подписывают о том, что они готовы детей отводить в школу, вот в той ситуации, в которой у нас сегодня есть, и не учителя будут за это отвечать, а именно эти родители будут за это отвечать. Вот тогда я считаю, что наш департамент в прошлом году замечательно сделал, дал возможность. Тот, кто хочет заниматься дистанционно, сделали отдельный класс на дистанционное обучение. Тот, кто не хочет, ходили офлайн. Поэтому здесь право родителя, право человека решать, как ему поступать.
А 100% это априори такого не может быть. Понимаете? Ну не может быть 100% прививок, потому что есть методводы. Зрозуміло. Пані Олено, дякуємо вам за вашу позицію. Розтлумачили, розібрали по поличках цю тему, власне, з перших вуст. Від багатодітної матері Олени Ніколаєнко почули основні тривоги, основні перестороги з приводу і онлайн-навчання, і дії цієї червоної зони. Від сьогодні, нагадаємо, Одещина потрапила до неї. Продовжуємо розмову з Лілою Леонідовою, депутатом Одеської міської ради. Ну, власне, багато алогічності є, однак все ж таки за цих умов, за цих обставин, які склалися, не зрозуміло, як варто було б діяти, так? Тобто ми критикуємо, але ми не знаємо, як... Здесь должна бути золота середина. Я немножко прокоментирую то, що говорила Альона. Я в 99% согласна з її обоснованнями, висновками, тому що так воно і є на самом деле. У мене вопрос... касательно того, кто хочет на дистанционку или кто не хочет. Давайте говорить откровенно. Есть масса семей, кто вынужден решать проблему, куда девать ребенка. Особенно это касается младших классов. Я помню прошлую пандемию и локдаун, когда куча людей, родителей остались без средств на существование. И здесь, знаете, порой у людей становится выбор даже не боязни заразиться, а боязни, а чем мы завтра будем кормить детей, потому что мы не идем на работу. У меня сейчас, вот с сегодняшнего дня и еще с пятницы, начали поступать уже обращения, а что людей уже отправляют за свой счет, если ты не вакцинирован и имеешь медицинский отвод. Работодателя, как правило, это не интересует. Государственная машина сказала, вот должно быть так. А есть действительно много медицинских отводов, когда, допустим, человек не может сделать себе, она ему навредит. И поэтому люди остаются опять без работы. И не дай Господь, мы опять столкнемся с той же ситуацией, которая была в прошлом году весной, когда население просто осталось... ко мне обращались мамы одинокие, они не многодетные, но одинокие, которые снимали квартиру, они работали... там, на 7-м километре еще где-то, когда все закрыли, они просто остались на улице с детьми. И это тоже страшно. То есть порой нет выбора у родителей, да, и нужно идти в школу. Здесь абсолютно соглашусь, что 100% вакцинации мы если мы и добьемся, то, наверное, мы все поймем, что это неправда. Формально. Формально. Статистично. Да, говорить о том, что школы, давайте так, прошлый год мы все потратили время, ресурсы и силы на то, чтобы в каждом классе были антисептики, в каждом классе был масочный режим, чтобы дети, не было линеек, не было, дети сидели в одном кабинете. Вот в моей школе, вот с 1 сентября практически, там вот, как только началось повышаться, там мы вошли в желтую зону, детей сразу оградили каждый в своем кабинете. Да, у нас еще наложилась вот эта история с ОРВИ, сезонной пандемией, которая переросла, поэтому и была статистика, что 200 классов уже были на карантине, но статистики ковида нет. Хотя вот Екатерина Нажевникова буквально на прошлой неделе написала, что 73% детских ковидных мест занято. То есть дети стали болеть, и это факт. Причинно-следственная связь со школой, либо с тем, что у нас все кінотеатри, все развлекательные комплексы, все путешествия. Там в громадському транспорті. Абсолютно. Скільки ви нарахували сьогодні масок? Я в маршрутці нарахував 2 маски на умовно там 45-50 людей. То есть это безпечность наших людей в том числе. Торговые центры. Ну, я сама видела вот в эти выходные, мы с семьей никуда не ходили в публичные места. Там выехали к морю, ребенок отвезли к бабушке, чтобы она в большей степени находилась на свежем воздухе в частном секторе. Ну, то есть не ходили. Но я смотрела все, что выкладывали в сеть, ну, мы все сейчас наблюдаем, все заведения переполнены, торговые центры переполнены. На 7-м километре я смотрела репортаж, там вообще протолкнуться негде было. Я понимаю страх людей, потому что в прошлом году, помните, как началась весна, не могли даже футболку купить. По-друге, знают, что завтра все закрыется. Да. Итак, ведь сегодня. Но здесь, что касается школ и садов, сады не закрыли. Сейчас. Я тоже не вижу этой логики. Если 1-4 классы опасно, а сады не опасно, сейчас же заявление о том, что школы, учителя должны быть 100% привиты, садов это не касается. А дети эти не приходят домой? Или они не... Да, ну, дитячі садочки, деякі батьки через нестачу часу, через те, що вони не можуть знайти альтернативу, вони відводять хворих дітей туди постійно, потім хайп у батьківських чатах. Абсолютно. Все це ми проходили, знаємо. Все, это безпечность людей в том числе. Возможно,
с одной стороны, я еще раз говорю, я не вижу логики действий нашего правительства и вот тех всех указаний, которые они спускают. 80% все ринулись, 80% мы неделю, все родители жили в ожидании, боже, закроют мою школу или не закроют. Все, видихнули всі школи, учителя. Ну, звідси, мабуть, і та безпечність людей. Тобто, якщо там є безпечність, то навіщо одягати мені маску в маршрутці? Ну, я так просто пояснюю логіку людей, які не надто дотримуються карантинних вимог. Ви ж вони, звичайно, знаєте, не праві, але, однак, давайте згадаємо, там, День міста у нас провели? Провели. А тут забороняють, наприклад, відвідувати школу. Ну, людина не розуміє, чому так відбувається. Здесь паніка у родителей, там, що дітей не з ким оставити. Здесь у дітей менше паніки. Я не вижу там серед дітей там паніки, що вони ушли на дистанціонку. Хоча, якщо взяти зріз знань, він, звісно, другий. Ну, звісно ж, так. Ну, і справді, онлайн-навчання – це і не лише економічний тягар, певний соціальний стрес, а й психологічний. Ну, і для батьків насамперед. Не кажучи вже про якість засвоєних таким чином знань, як ми кажемо зараз. Тому як пережити дистанційку, ну, психологічно насамперед, дізнаємось просто зараз від психологині Ганни Денисової. Вона долучається до нас. Пані Ганно, доброго вечора. Вітаємо вас. Добрий вечір. Так, дистанційка, червона зона, напруга зростає і ще до того осіння депресія щорічно. Скажіть, будь ласка, як із цього всього вийти здоровим, як дещо цю напругу знизити? Ну, давайте начнем с того, что ситуация в принципе знакома. Где-то, наверное, внутри каждый уже понимает, с чем он столкнется. Это не то чтобы там ситуация новая. В 2020 году это все мы пережили и так или иначе начали находить какой-то выход, да, из своих там семейных, финансовых, сложных ситуаций, связанных с локдаунами, с ограничениями и тому подобное. Поэтому я думаю, тут важно очень сконцентрироваться на том, что я могу сделать, на конкретных действиях, да, немножко уйти от вот этого эмоционального накала по поводу того, что кто там что-то делает, кто ничего не делает. Прежде всего, начинать с себя, с ответственности за себя. Да, это касается вакцинации, касается ношения маски, потому что много можно... Вы меня слышите? Так, 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 абсолютно нормально, все добре. Да, 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 мне показалось, что немножко связь нарушена. Вот, и поэтому, конечно, начинать нужно с себя прежде всего и прислушаться к своему какому-то здравому смыслу, да, какому-то, какой-то статистике и тому подобное. Так. Ваші колеги часто радять не паритись, ну це так цитую, а ставитись до життя, ну так простіше, ніж зазвичай там нахлобучувати на себе негативні думки. Ось дивіться, але є реальність, є батько і мати, які працюють, умовно з 9 до 6 вечора чи з 8 до 10 вечора, хто як. А є дитина чи дві дитини, які ходять до школи, тепер вони не ходять до школи, тепер вони мають навчатися онлайн дистанційно. І як поєднувати роботу із навчанням дітей, які фізично знаходяться вдома? Ось як при цьому не паритись, скажіть мені? Ну, конечно, не париться сложно, да, мы еще там, как бы, люди вообще склонны к тому, чтобы негативничать, да, видеть скорее плохое, чем хорошее. Вообще в этой всей истории хорошего немного, на самом деле, вообще во всех, касается всех сфер, да, начиная там с образования, заканчивая там эмоциональной обстановкой и так далее. Но я думаю, вот, знаете, вот диджитализация все-таки у нас какая-то уже есть, технологизация каких-то процессов, поэтому... Ну, конечно же, больше себя развивать, да, то есть как пользоваться этими всеми гаджетами, как пользоваться программами, как ребенка туда заинтересовать, заходить. Где-то, конечно, я могу только сказать про свой личный опыт. У меня точно так же двое детей остаются дома, и, конечно, старшие помогают младшему во многом. Где я стараюсь там их напомнить что-то, то, что я вижу в чатах. Бывает, я не успеваю, но именно то, что я им отдаю ответственность за их учебу, наверное, помогает нам как-то вот держаться и более или менее там успевать, и они всегда обычно вовремя на занятиях находятся и вовремя все успевают делать. Конечно, где-то, может быть, видеокамеры поставить дома для того, чтобы быть спокойным, как бы, да, с тем, что происходит дома, быть с детьми больше вот на связи, то есть в любой момент как-то там включиться.
А як дітям включатися в навчання вдома? Ось в школі зрозуміло, там все налаштовано так, щоб вчитися, ну, здебільшого. А вдома десь там іграшка, десь ще щось, все відволікає. Найменше, що хочеться робити, це навчатися. Як дитину так підготувати, можливо, так, щоб вона все ж таки взялася за розум і сіла за уроки? Ну, знаете, у меня, когда моя сестра спросила, почему мой сын не хочет делать уроки, когда же он наконец-то будет понимать, что нужно сделать домашку, я ей говорю, нормальный ребенок в 9 лет не хочет делать уроки вообще. Ему эта школа неинтересна. Для того, чтобы развиваться, ему надо бегать с палкой там, на велосипеде, гонять там, по улице, придумывать, как заточить, чем заточить там, эту палку там, или еще что-нибудь. Понятно, что это вообще в принципе вот такой напряженный график, такая, как бы такой формат обучения и оценки знаний, он неадекватный. Вот это мое, наверное, личное и профессиональное мнение. И, конечно же, с такой нагрузкой детям вообще даже офлайн тяжело, не говоря уже об онлайн. Ну, конечно, это, наверное, наша задача больше взрослых, да, их как-то мотивировать, общаться, где-то контролировать. Но самое главное — не выходить в конфликтную ситуацию, где-то понимать, что идеальной матерью быть невозможно. Где-то отпустить себя и сказать, да, окей, ну слушай, они у меня не голодные, они здоровые, они вовремя там пошли к врачу, у них неплохие оценки. В конце концов, никто еще ни у кого не спросил, какие там, ну, у меня никто не спросил, какие у меня были оценки там в третьем, в пятом классе. Важно, что вот как бы с взрослением, да, происходит вот нормальная психологическая обстановка в семье, позволит ребенку и нагнать в старших классах, и подготовиться к ЗНО, и воспользоваться там онлайн какими-то репетиторствами, где-то там подготовкой, когда это уже будет очень актуально, да, например, там как-то сконцентрироваться на этом. Поэтому, ну, так, конечно, заставлять конфликтовать я никому не рекомендую. Детей это только будет напрягать и вызывать отвращение к учебе. Это, честно сказать, хуже, чем даже если у него будут вообще-то оценки, там, ну, успеваемость не очень. Чем он будет нервный, дерганный и ненавидеть школу. Абсолютно. Класні поради. У мене є приклад чудових, просто ідеальних, на мій особистий погляд, стосунків батька із своїм сином, підлітком 14-річним. Так ось, коли син приходить ввечері зі школи, він каже, та там така скучнятина, там таке нецікаве. Ви щось розповідали, він каже, що саме. Ну, він розповідає там по історії, то, по хімії, те, з фізики, те. Він каже, я тобі зараз це розповім. І розповідає там, вони мають діалог 45 хвилин, там, цілу годину обговорюють ці предмети. А наприкінці батько каже, ну ти розумієш, ти маєш відповідати у школі так, як вимагає це вчитель, але щоб ти розумів, як воно насправді, тобі розповів я. Відтак, в них складаються такі гармонійні відносини. Звісно ж, тут можна дискутувати, чи правильно робить батько, чи ні, що він налаштовує таким чином на такий простий, легкий лад сприйняття шкільних предметів свого підлітка, але мені здається, що це має своє місце. Пані Ганно, дякуємо вам, що долучилися. Це була психолог Ганна Денисова у нашій студії. Так, дякуємо вам. Мені здається, що саме так і вибудовується довіра між батьками дітьми. Хотілося б і вам також те саме запитання наостанок поставити, не як депутату міської ради, а як мамі. Як вам вдається дитину налаштувати на цей лад? Бо я коли працювала на дистанційці, мене відволікало все завгодно, мені там хотілося там піти поїсти, відпочити, зробити собі чай. Але я не дитина, я просто не знаю. Сесія в Ріду НАУ, і я сьогодні весь день практично онлайн лекції слухала. І я розумію, що ты сконцентрироваться можешь, ну, не очень, особенно когда дома, и ребенок тут в другой комнате занимается онлайн. Вы знаете, мне, я улыбалась, когда говорила Ганна, да? Так, Ганна. Потому что я выбрала практически такой же путь. Нет смысла устраивать там какие-то разборки, ругать за оценки, когда ты понимаешь, что на сегодняшний день, ну, реальность такова, что ребенок онлайн не может воспринимать, ну, вот, по крайней мере, мой ребенок, дети же разные, есть активные, да, у моей нужно прыгать там где-то, там еще что-то. Сегодня она накрасилась неожиданно для меня во время урока, я спросила, как ты смогла это сделать, и я понимаю, что когда меня дома нет, она делает то же самое. Ну, то есть, и я решила не, мне важнее, что у нее в голове, чем та оценка, которую он получит. Прошлый год мы закончили гораздо с худшими оценками, чем позапрошлый, хотя я не считаю, что мой ребенок там вундеркинд, но и при этом я знаю, что она не глупа.
Но при этом, при всем, мы с мужем решили, что мы будем делать срез знаний раз в полгода. Угу. Для этого, понятно, нужны ресурсы, я прекрасно понимаю. То есть это нужен и репетитор, и какой-то преподаватель, который сможет оценить. Но при этом, при всем, мы будем понимать, что у нее есть в голове, а чего нет. Я, допустим, понимаю, что если в этом году началась химия, то жизненно необходимо просто обратить внимание на таблицу Менделеева, собственно, на нее и все строится. Но при этом, при всем, я не буду требовать знания всех формул и всего остального, потому что, ну, это специфика, да? Так, абсолютно. Ну, то так. Ну, власне, тепер маємо засвоїти момент, що скільки це триватиме червона зона з вашими прогнозами? Ну, це таке останнє питання. Я думаю, що всю зиму ми будемо туда-сюда с оранжевой в красную выходить. Опять же, дай бог, чтобы я ошибалась, это мое, знаете, так, оценочное осуждение и мнение, но то, что я вижу, статистика, ну вот сейчас о выходные она припала чуть-чуть в Одесской области, не знаю, с чем это связано, либо с больницами, с койками. А як ви ставитесь до того, що деякі батьки переконливо впевнені в тому, що це все робиться для того, щоб економити енергоресурс? Типу постачання, світло, воду? Я не упускаю этого, потому что действительно на сегодняшний день в городе объявили, что у нас уже давно до красной зоны заявили, что 1 ноября будет отопление. И во всех чатах родительских, я сама мама сижу в чатах, были обращения руководства школы, классных руководителей, чтобы одевали детей очень тепло. Угу. Они сидят, они не двигаются. В школах действительно холодно. И я думаю, что это тоже один из рычагов, хотя статистика неумолима. Тут как бы мы можем оперировать только цифры. Готуємося. Дякуємо, що завітали. Лілія Леонідова, депутат Одеської міської ради, була у нашій студії, поговорили про надзвичайно важливе для кожного одесита. Це дистанційне навчання для наших з вами дітей у школах.